Настоящие мужские поединки, жесткие и бескомпромиссные борцовские приемы, удары руками и ногами. Сотрудник госбезопасности, как никто другой, должен владеть техниками ведения рукопашного боя. На традиционный турнир памяти нашего земляка капитана Александра Майорова в этом году приехали участники из Нижнего Новгорода, Пензы, Бора, Выкса и Кстова. Саров представили две команды – спортсмены клуба «Панкратион» и сотрудники Росгвардии. Нашим спортсменам это почетно принимать в таком чемпионате участие. Потому что они оказывают дань памяти нашему погибшему товарищу. Вот. А уровень чемпионата гораздо вот такой значительно высокий, потому что даже, вот, например, кстовская сборная – это практически сборная страны. Всего 9 команд и 50 участников. Среди них спортсмены с первым разрядом, 10 кандидатов и 7 мастеров спорта. Чемпион мира по рукопашному бою Тахир Токарев. На татами встречались по 2 пары соперников. Судьи пристально наблюдали за каждым движением участников. Удары, броски, стойки и удержания оценивались определенным количеством баллов. Победителя выявляли в каждой весовой категории. Саровчанин Антон Болоткин в 6-й раз стал лучшим на турнире среди спортсменов до 85 килограммов. Подготовка саровских спортсменов и подготовка всего турнира с каждым годом только улучшается, потому что уровень растет соперников, уровень участников. Александр Феоктистов представлял команду Нижнего Новгорода. Рукопашным боем молодой человек занимается с 7 лет. В первом поединке мастер спорта победил со счетом 10-0. Во втором сразил соперника болевым приемом на первой минуте и вышел в финал. Александр занял первое место в весовой категории до 70 килограммов. Удалось то, что работал первым номером. В основном получалось самому больше инициатировать, так сказать. И работал то, что на тренировках отрабатывал, все. Соревнования считаются очень хорошие, тут очень ценные призы, много спортсменов сюда приезжают, уровень достойный. В 2001 году капитан Майоров героически погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Военнослужащий долгое время занимался рукопашным боем и стал кандидатом в мастера спорта. 16 лет подряд сотрудники силовых структур собираются, чтобы почтить память коллеги и продемонстрировать высокий уровень боевой подготовки. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Соревнования «Золотая рыбка» в Сарове проходят каждый год. В них принимают участие воспитанники всех учебных заведений. Гордей Барзанов представлял 16-ю школу. На церемонии награждения турнира он несколько раз поднялся на первую ступень пьедестала почета. Молодой человек стал лучшим в заплывах на 50 метров брасом, дельфином, кролем и на спине. Своими результатами Гордей не удивлен. Говорит, что обойти соперников ему было легко, потому что он профессионально занимается плаванием уже 7 лет. Это каждое соревнование так. Я уже привык, что обогнал кого-то. Плавают немножко похуже у меня. Также в соревнованиях приняла участие Ксения Леньковская. Девочка несколько лет занимается плаванием под руководством опытного тренера. Она пришла проверить свои силы в заплывах на 50 метров и попробовать обойти более сильных соперников. Я сегодня установила рекорд. Я буду плавать, есть по разным городам. И мне очень нравится. Я могу быстро плавать. И в соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов. В первый день им предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем и 50 на спине. Во второй день школьники плавали брасом, дельфином и участвовали в командной эстафете. Для чего все соревнования проводятся, то есть поднять какой-то дух спортивный у молодежи и у юношей подрастающего поколения, ну и, естественно, выявление сильнейших спортсменов и дальнейшее участие в дальнейших соревнованиях на первенстве области и России. По итогам соревнований победителям вручили дипломы и денежные сертификаты. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Михаил Калашников – конструктор стрелкового оружия и изобретатель одного из самых известных автоматов в мире. В 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича. К этой дате сотрудники Центра внешкольной работы приурочили открытую командную игру-конкурс «Знатоки автомата Калашникова» для курсантов военно-патриотических клубов и юнармейцев. Мы решили провести конкурс о знании патриотических клубов, потому что непосредственно у нас как бы основным оружием вооруженных сил является Калашников. Все об этом знают, но мало кто знает о самом изобретателе, о том, что он был непосредственно много лет очень сильно засекреченным.
конкурсе приняло участие 4 команды – школа номер 5 и 16, а также военно-патриотические клубы «Разведчик» и «Мужество». Ребятам необходимо было пройти несколько испытаний, ответить на вопросы викторины, пострелять из пневматического оружия, рассказать, из чего состоит автомат Калашникова и выполнить неполную сборку-разборку оружия с закрытыми глазами. Участники клуба «Барс» школы номер 5 старались выполнить каждое испытание без ошибок, но это удавалось далеко не всегда. Единственная сложность для нашей команды – это была стрельба, потому что мы не пробовали стрелять из пистолета, для нас это было непросто. Автомат Калашникова мы, наверное, уже знаем наизусть, для нас это было прям самое простое испытание, и закрытыми глазами, открытыми мы чувствуем себя легко в этой сфере. Мария Головина руководит особым отрядом, в него входят только девушки. За первое место они боролись наравне с мальчишками. В некоторых испытаниях девочкам даже удавалось вырваться вперед по очкам, но в финале сильный пол оказался впереди. По итогам игры команда «Барс» школы номер 5 стала второй. Соревнования нам понравились, мы надеемся на проведение подобных. Хотим еще участвовать везде и всегда. Первым стал военно-патриотический клуб «Разведчик». Бронзу забрал «Мужество». Четвертое место заняла команда 16-й школы. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Ежегодно в конце осени ядерный центр организует соревнования для любителей мини-футбола. В этот раз открытый кубок «Рфяцвнефть» собрал 13 команд. В одном из первых матчей встретились давние соперники «Торпедо» и «Арсенал». В первом тайме торпедовцы отправили в ворота «Арсенала» сразу 3 мяча. В начале второго отрезка игры арсеналовцы смогли забить всего 1 гол, но спустя пару минут получили ответный. Итоговый счет матча 4-1. Была сложная игра. Соперник очень хороший был, сильный. Ребята все подготовлены, техничные, быстрые. Не получилось как-то выровнять игру, наверное. Все-таки они оказались немножко сильнее. Спортсмены футбольной команды «Торпедо» настроены на победу в этом турнире. Они признают, что соперники у них сильные, но готовы бороться за главный приз соревнований до конца. С каждой игрой будем прибавлять и прибавлять. Это сейчас вливаемся, как бы. Турнир только начался, первая игра. А в других играх, думаю, будем по ходу прибавлять. Открытый кубок «Рфяцвнефть» по мини-футболу в нашем городе проводится более 10 лет. В этом году 13 команд-участников разделили на 3 подгруппы – А, Б и В. В них спортсменам предстоит сыграть друг с другом по круговой системе. Из группы А выходят 3 команды сразу в финальную часть. Из группы Б и В по 2 команды. И 3 третьи команды играют стыковой матч за выход в 1/4 финала. Таким образом, в стадии 1/4 финала будет 8 команд. Ну и дальше на вылет, полуфинал, финал, игра за 3-е место. Игры по мини-футболу в спортивном комплексе Российского федерального ядерного центра проводятся каждый день с понедельника по пятницу в 21:00. Посмотреть итоги матчей можно в группе ВКонтакте «Мини-футбол» в РФЯЦВНЕФ. Финальный матч открытого кубка пройдет 13 декабря. Первая домашняя игра команды «Саров» в рамках первенства Нижегородской области по хоккею состоится 30 ноября. Хоккеисты примут на своем льду действующего чемпиона области «Таншаевский старт». К ледовым баталиям наши игроки готовятся основательно и настраиваются на тяжелую борьбу. Подготовка одна и та же на все команды, то есть независимо, там, слабые, сильные. Самое главное – своя психология, то есть не надо бояться, не надо ничего дрожать, не надо мандражировать, надо выходить и делать то, что вам говорят. Все вы можете, все вы знаете, все вы умеете. Этот сезон для спортсменов Нижегородской области, особенно и первую, и высшую хоккейные лиги, соединили в одну. В этом сезоне в турнире примут участие 8 команд. Каждый предстоит сыграть 7 игр на выезде и 7 дома. Затем команды, которые заняли первые 4 строчки турнирной таблицы, проходят в плей-офф. Задача самая максимальная – быть в тройке, бороться за чемпионство. То есть команды сильные. Здесь нет сейчас слабых команд. Каждый любого может обыграть. Каждый любому может проиграть. Здесь подобралось сейчас такой приличный сезончик получился. Я думаю, что и может быть федерация как-то предпримет меры сохранить это все и добавить сюда еще больше команд. Поддержка для нашей команды, по словам Сергея, это важная составляющая хоккея. В нужный момент зрители могут придать сил спортсменам. Приходите и поддержите нашу команду. Начало игры в 13:00.